победы легких не бывает. Для того, чтобы какой-то иметь результат, надо приложить максимум усилий, желания и умения. Сегодня ребята, даже проигрывая 1-0, пропустили мяч, скажем, необязательный, не остановились, скажем, прибавили, наоборот, где-то разозлились на себя. Ну и показали то, что мы умеем играть в футбол, хороший скоростной футбол. И мы создали, кроме тех, что мячи забили, еще ряд хороших моментов, которые должны были реализовывать. Поэтому я благодарен ребятам за игру, за отношения. Ну и пожелал им, чтобы эта игра не была где-то в истории, а уже мы должны думать о следующей игре с «Испаньолом» завтра. Первый тайм не особо прибавлял оптимизма по игре? Ну, скажем, начало было неплохое, и контроль мяча был, и мы где-то контролировали. Где-то в середине первого тайма немножко преимущество было уже у команды соперника, и мы пропустили мяч. Были несколько моментов у нас, потом момент опять у соперника. Игра уже такая была, ну, рваная игра была, и, скажем, уже нельзя было выделить никого соперника на футбольном поле. Моменты были как у одних ворот, как и у других. Ну, в перерыве мы внесли коррективы. Ребятам показали на их ошибки, что мы хотим от них видеть и что надо перестроить конкретно на второй тайм. Два из трех мячей получились курьезными, один из них автогол, везет сильнейшему. Ну, а мы заработали на эти мячи, вы видели, была сильная, хорошая контратака, и если бы не сыграл соперник мяч, который хотел достать, выбить, то Волошин бы замыкал его пустые ворота, поэтому я не считаю, что это курьезный мяч. Этот мяч мы наиграли и провели хорошую контратаку, которая завершила взятие ворот. А как мяч пересек линию ворот, это уже никого не интересует, мяч в воротах. Были готовы к домашнему такому судейству? Ну, было, да, небольшое где-то симпатии команде соперника. Но если команда играет, и команда на ходу, и команда не обращает внимания на судью, то оно не мешает. Это мои проблемы, разговаривать с судьей, а ребят дело играть. Поэтому я благодарен, что даже при каких-то спорных моментах они выдержали в этот и продолжали играть в футбол.